Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть с вами от создателей Disney. Будем играть в игру «В гости к Робинсонам». Я ее скачал, хотя у меня есть диск есть, но я ее где-то там вот затерял в коробках. Так что к нетерице искать не хочу. Это слишком уж. Итак, настройки. Давайте посмотрим настройки, сделаем Да, пусть по умолчанию будет. И все нормально, нормально. Конечно, этого героя, который сбоку видите, вы знаете, он был в этой игре. Ой, был в этом мультфильме. Это по мотивам мультфильма сделано, но мы начнем, пожалуй. Хоть сидеть без дела. Да, сохранить. А музыка здесь вообще классная. Египет. Почему там одна нога у той статуи? Вы заметили? Готово дело. Ну давай, Карл. Уилбер, вернись! Тебя же опять поймают, и ты опять все свалишь на меня. Мы опять поссоримся на неделю, а потом ты от скуки пойдешь и снова во что-нибудь ввяжешься. И опять виноват буду я. Ой, Карл, не зуди. Операция там фараон уже закончена. Была не очень... не очень Ой, довольная. Мама. Ой, мама, это ты к чему? Хотя у мумии было довольное лицо, а у кота нет. Ну, я, в принципе, его понимаю. Ой. Чё с мышкой-то? Ждём. Прыгай! Прыгай через препятствия! Мария. Ой, ты... Он сам прыгает. Давай, давай! Быстрей! Куда уж быстрей? Давай, открывайся. Бежим. Да я прыгну в них по команде. Спокойно так упал. Ты там? Отвечай. Так. Да там я, там. Я куда-то провалился. Надо теперь выбираться. Там я, там. Песок сыпется. Потом песок очень мелкий, поэтому он так быстро сыпется. Эй. Ты что делаешь? Ты что творишь-то? У нас времени нет, а песок там быстро сыпется. Да я знаю. Ай, песок-то близко, песок близко. Чёрт. Не успей. Сотрясение, походу, меня вернуло либо во времени назад. Да, во времени назад меня вернуло. Какой-то там, про меня не знаю. Блин, песок-то близко. А, нет. Это просто вид. Это уже было странно. Со всех сторон еще показали. Еще такое большое препятствие.
прыгнул. Фу, хотя бы ВВС. Почти. Так, схватить альт. Так, я думаю, что не альт. Потому что альт... Попробую... Нет, все-таки альт. Походу альт. Да, альт. Да, я потревожил какого-то бога. И он... Я вижу, вижу. Да. Дотронулся до него, и сразу все началось. Потому что я потревожил бога египетского. Башка, спасайся! Давай, дурацкая башка, пока падает там тупая башка. Хотя тупой башки. Ушел. Прямиком к своей смерти и... Карл, да не трогала я ничего. Ну, может, тронула немножечко, самую малость. Но этого же никто не заметит. Не заметит? И вот этого тоже никто не заметит. Небесное божество! Согласен, нехорошо. Но ты сам посмотри, это может быть кто угодно. Видишь? У меня даже прическа другая. Да, но... Уилтер, вот ты где, Уилтер. Я еду в командировку на пару дней. Пожалуйста, к машине приедь. Это очень важно. Все, что мы делаем в прошлом, меняет наше будущее. Конечно. Ладно, папа. Погоди минутку. До скорого. До свидания, Уилтер. Что он сказал про машину времени? Он сказал, гривилк бери, гарантира фейга гроз нодост. Это значит, бери и пользуйся в свое удовольствие. Это наш с папой тайный язык. Видишь? А? Понимаешь, в моей коллекции не хватает человека, который был бы учтив, любезен и выглядел как рок-звезда. В машину времени! Итак, мы все-таки начало прошли. Странное начало. Теперь мы дома, значит, сидим. А дом-то у нас вообще не дома. Так, задание. Поговори с этой бабой. Даже поезда ездит. Вот ты где! Ты вынес мусор? Нет, но я как раз за ним шел. Честно. Знаешь, кто-то код в гараже поменял. Что? Но мне надо в гараж! Мне срочно надо в гараж! Я понимаю. Ты огорчен, дружок. Мусор выносить – это вам не польку бабочку танцевать. Сходи к братцу Ласло. Вдруг он знает, кто сменил код в гараже. Где Ласло? Похоже, в лаборатории. Мусор выносить? Так. Куда мне надо-то? А сюда? А, да. Так, понятно. И потом мы сможем поймать этих уродов. Да блин. Слушай, если вдруг какие проблемы появятся или помощь нужна, звони. Уж советом я тебе всегда помогу, ты знаешь. Рот какой-то. Это моя комната. Не обращайся, они там всегда орут.
что не прячется в этих местах все время? Ключ. И зачем этим лягушкам мои зубы, а? Куда же я их? А, вот они! И нет, тут их нет. Блин, этот зенок меня прикалывает вообще. Да где же эти проклятущие зубы? Не знаю, что они орут там. Я их помню, эти. Только они не в доме, они не орали. Так, все пусто. Уилбер, давай тебя в оранжевый цвет выкрасим. Отличный цвет, но давай потом. Слушай, кто-то код в гараже поменял, а мне туда очень надо. Я ничего не менял. Но я знаю, как найти злоумышленника. Тебе нужен частный детектив, два жирафа, телескоп. Похоже, я попал. Ну, тогда попробуй собрать сканер, взять с панели образцы ДНК. Там на складе есть раздолбастер, ты с ним все детали найдешь. Ты можешь собрать сканер с помощью фамильного собирайзера Робинсона. Помощный предмет. А еще мне надо 10 кубиков. Ой, 10... треугольников, 10 пирамид этих, 10 шариков, 10 этих штук, цилиндров. Нас усосало. Чтобы это достать, это создал бастер, нам надо еще помучиться. Так, мы одним сюда, сразу сюда бежим. Так, как я тут сюда? Я вот игру уже играл, я не могу понять, я не могу вспомнить, как я сюда забирался. И все, конечно, прошел. Я там застрял на одном месте. Надо, где там мусор валяется. Так, сюда. Мы все достали, так. По 10 штук, что не забыли, да? 10 штук. Так, 9. Одиннадцать даже. Чуть-чуть. О, так уже все, хватит, вторая. Ну все, дальше поберем, может там что-то. А,
смотрите, как это интересно. Здесь станет так, да и просто вернуться обратно. Чтобы вернуться обратно, нам надо еще. Нам надо еще пройти какой-то место, какой-то промежуток. Ну, понятно, я все вспомнил. Я долго заседал, но это я должен был еще пройти. А я что-то... О, допрыгнул. Все-таки можно не проходить. Да-да, потому что так вот проходил. Так, так, так. Какой ключ-то надо, чтобы попасть на это стрельбище-то? Может, мне обязательно нужно на стрельбище попасть? Я уже забыл. Давно я в эту игру не играл. Сейчас будет... Знаете, как будет смешно, если в него выстрелить. Ты чего это творишь? У него одна нога как будто была. Хотя это тоже неплохо. Подлетает. Ударила. Еще его током ударило. Через разносим. Отстань! Меня нельзя разбирать. Успешная миссия. Собрались. Сканер. Ну вот, теперь у тебя есть сканер. Если будут какие-нибудь интересные сканы, приноси. А зачем? О, я их использую для рисования. Все сканы я добавляю в свою базу. И кроме всего прочего, за каждый скан ты получишь награду. Здорово. Ладно, пойду просканирую дверь гаража и узнаю, кто изменил код. Пока, Уилбер. Где? ЕФА. Так, башка. Спайк. Это из чего-то? А Спайк, там башка внизу была. Тихо, хватит орать. Да ё-моё. Правильный код, сложно сказать. Так, дедушка. Сканер показал, что код в гараже сменил дедуля Бат. Он, по-моему, в столовой. Какими сокровищами мы теперь охотимся? Вообще-то мне надо в гараж. И ты последний, кто... Да какой еще гараж? Ты мне зубы не заговаривай. То есть, помоги найти зубы. Это опять, наверное, мамины поющие лягушки.
Слушай, если я найду твои зубы, ты скажешь мне код? Код? Какой код? У нас вроде бы нет кота. Ну ладно, ты иди, ищи зубы. О кошках потом поговорим, а я пока в этой банке поищу. Пойду в музыкальной комнате поищу. И зачем этим лягушкам мои зубы, а? Блин, меня этот дед прикалывает вообще. Уилбер, это я, Ласло. Если будешь в музыкальной комнате, пожалуйста, просканируй всех лягушек. Когда просканируешь всех, я перешлю кое-что в твой семейный альбом. Да знаю я. Достану. Молодец, Уилбер! Молодец! Так, Фрэнки, гони зубы! Чёрт, ну ё-моё! Так, что теперь? А... Посмотрим, что там есть. Эй! И что теперь? А, помню. Дедушка, я нашел твои зубы. О, я нашел бумажный самолетик, плюшевого кролика и чипсину, похожую на Ямайку. Так это ты поменял код в гараже? Смешной такой. Я. И какой он теперь? Понятия не имею. Его потом еще раз меняли, но я не помню кто. Спроси дядю Арта. Он был у своего космического корабля. Я во двор-то не могу. Я во дворе еще не был. Можно долбать, нет. Что это? Такой, как будто это не молоко, это какое-то, как машинное масло, что ли, по виду. Напоминает. Ой, черт, уже до него нам дает, походу, да? Давайте... Так, как? Батареи 100%. Сейчас сойдем к нему, он может там что-нибудь даст за этот сердечек, я как обещал. Он до сих пор там его плющит. О! Чит-код, космический шлем.
местные сканы? Есть новые сканы? Есть, есть. Да, космический. Ну, я не хочу космический. А как я могу одеть? А, вот. Нет, подождите. Это не то. Чертежи. А где это-то? А, во. Обработан. И как его достать? Давайте-ка сохраним, выйдем в главное меню, наденем и... Подождите-ка. Мы... А нет, мы еще... Давайте-ка... А сейчас пойдем, может быть, в главном меню можно надеть настройки. Так, это не то, все, новая игра. Не, знаете, все-таки походу там надо еще собрать. Так, получив от дедушки Нового года, Уилбер отправляется на поиски дяди Арта. Максимум. Теперь продолжим. Ау. Эй, какого хрена? Чертежи. Да что такое? Как же так-то? Ой. Так и не получив от дедушки Нового года, Уилбер отправляется на поиски дяди Арта. Рубашки. Тип электроперчатки. Шляпы нет. Внимание, продолжить игру с читкодами. Да. Продолжить. Во! Надо еще кепку Дина. Там еще кепка будет. Пусть это, наверное, появится. Чего это опять? Это самый надел. Знаю я. Ты. Ага. Уроды. Иди сюда. Урод, урод, урод. Есть. Расплющен.
поисковик. Возможно. Так, давайте их раздавим. Есть. Ай, куда попрыгал-то? Ах ты засранец, иди сюда. Да. А! Не уйдешь. Все быстрее, это у нас кончается время наверху. Это гонка. Я отсюда часто падал. Привет знатному пиццееду, Уилбер. А я как раз тебя ждал. Мне нужна помощь. И мне. Я ищу того, кто сменил код в гараже. Мне бы твои проблемы. У нас тут катастрофа межпланетного масштаба. Я доставил пиццу на Небулон 5 и забрал стайку зумзатов. Довольно милые зверьки, но они как-то умудрились сбежать. Уилбер Робинсон к вашим услугам. А как их ловить-то? Думаю, мощный разряд должен оглушить и на время обездвижить их. Выброс примерно как из твоего электромеча. Ладно, пойду возьму свою перчатку для электробола. Давай, племянничек, не подведи! Отлично, Уилбер! Я бы назвал тебя Суприм, но несколько бродячих шампиньончиков еще разгуливают по дому. Сейчас комнату. Хорошо, здесь и такие трубы. Батареи 100%. Ура! Блин, чё? Блин, ещё и игра. Говна. Что? Нет. Он смеялся или ревел, я не понял. Это мой друг, что ли? Все. Фига, в таком замедлении. Блин,
потайную дверь. Ты нашел потайную дверь. Они встречаются довольно часто. Не забывай время от времени сканировать помещение. И как она открывается, потайная дверь? А, вот. Летающая платформа, чтобы платформа поднялась в воздух. Ай-яй-яй. Необходимо... А, левитационный луч, чтобы его возвращение сюда. Понятно. Я понял. Да ё-моё, хватит сканировать. А сколько собрать-то надо? Так, что делать-то надо? А, собрать. Где этот чудак? И этого нету. Стоп. А, все, нет ничего. Молодчина, Уилбер! У тебя почти получилось! Давай! Еще немного поднажми! Еще не все? Квадратик появился.
Так, что это? Подземные ходы, закрытые люки. Так, они закрыты, понятно. А, знаю, что это такое. Это перчатка нужна. Попробуем побить его рекорд. Быть быстрее, быстро. Хорошо, не вздыхаются. Да... Жопа. Рекорд побиваю, слушайте. Скоростная доставка, как я погляжу. Ты поймал их всех. Дедушка Бат сказал, что ты знаешь, кто сменил код в гараже. Нет, извини. Я в это время что-то куда-то доставлял. Спроси тетю Билли. Она в комнате с поездами. С поезда? Понятно. Поезда пойдем. Тетя Билли, это ты сменила код в гараже? Погоди, Фильбер, лучше помоги мне скорей. У меня очередной кошмар по расписанию. Что такое? В моем поезде кончилось топливо, а переключатель на станцию опять заело. Ты не мог бы его починить, Фильбер? Да, сейчас сделаю. Я знаю. Достал. Пью и... Это поезд от лица. Фильбер, теперь моя жизнь снова покатится как по рельсам. Да, не за что. Слушай, ты знаешь, кто сменил код в гараже? Спроси у дяди Гастона, он на стрельбище. У дяди Гастона? Как мне имя? Так, я правильно иду, да? Нет, нет, я хотел вот этот нашел. Кто бы мог подумать, я не туда пошел, а?
еще одна. И опять не туда пошел. Блин, уже внизу, ё-моё. Блин, прыгать я не умею. Ну зато посмотрите, что там наверху. Красиво, вот это вот. Слышка наверху. О, а я буду зарядиться. Да. Где выход-то? Эй! Эй! Где труба? Что ж не понял? Что за бред? Трубы нет. Где труба-то? А, вон там. Откуда, блин? Я даже не заметил ее. Что ты такой? Что такой слепой-то, а? Здесь будет быстрее. Необходим. Ты не хочешь отдохнуть, птенчик мой? Поиграй нам на ксилофоне. Разносчик пиццы. Слушай, ты можешь помочь мне проникнуть на стрельбище? О, там нужен специальный ключ, иначе не пройти. Стой, я знаю, ты можешь сделать такой ключ с помощью раздолбастера. Ласло, на этом чертеже написано, что нужен скелетный сплав? Да, это очень редкий компонент, но иногда без таких не обойтись. И где мне достать этот сплав? Я недавно разбирал краску на складе и увидел там новый ящик. Может, там есть этот сплав? Ой. Сейчас будет очень тяжелое. Вот оно, вот это место, где будет тяжело, где я все время ходил-то. Да, не очень-то легко забраться. Ну что, давайте попробуем добраться до туда. Блин, я еще вспомню, как. Да? Тут мы не доберемся. Любая. Забираемся. Так, здесь. Ой. Блин. А что ты не запрыгнул? О, нифига себе. Вот это уже хорошо.
Ой, блин. Я думал, он закончится. Думал, я успею ее, пока он закончится. Блин. Ты так ходишь, не смешно. Ой. Тихо, 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 стоим, стоим, стоим. Все, пойдем. Так, все, добрались. Полученный предмет. Ну прыгай, прыгай, ну блин, он не хочет прыгать. А! Уничтожный тата, кто давай. Нет, подождите. Так, так. Так, чтобы на что-то пойти, надо постараться. Блин, он не хочет прыгать. Так. Можем собрать, да? Думаю, собрать. Так, собираем. И я думаю, я закончу. На следующий, и перейдем к следующему видео. Да, на этом я закончу. С вами был я, Драйгар. Мы переходите к следующему видео.